снизу нашу плату. Сергей Сергеевич, а прямо над ней антенна. Так. Вам ее видно? Сложенная. Или не было видно? Сложенная антенна. Да. Ну, вот я хотел... Она пол... Это получается на мине втором смотрит вниз. АСФ-2, наверное. Да, ИСС-ская антенна, понятно. Я потому, что... Попробую открыть этот клапан. Получится? Отсюда-то я не дотянусь, мне надо ближе к нему подойти. Мне надо как раз под эту антенну подлезть. Что я и постараюсь сделать аккуратно. Да. Ну что, какие-нибудь варианты есть, надо тут добраться? Сейчас буду пробовать сбоку подлезать. Но если ты видишь сбоку, то он металлический тоже какой-то. Федор? Да. А ты сейчас, Саша, можешь видеть? Сейчас развернусь. Да не увидит он меня оттуда. Да, я между нами модуль же. Вот о чем разговор. Открыл я эту плату. Потому что, Саша, лезть тебе одному, а то хорошо. Так, нет, я сразу вижу. Сейчас ты касаюсь. Вижу и очень хорошо вижу. Сейчас я развернусь. Сереж, сейчас увидите, я... Опять переступлю. Да, Федор, давай сейчас. Да. Смотри за ним. Да. Подожди секундочку. Да там смотреть нечего. Не надо, Николай, занимайся своими делами. А я все, я так. Я над платой. Я до ключа дошел, Саш. Хорошо. У меня в руке разъем, пытаюсь его прочитать. XFP95. Это наш. Есть. Это тот, который тебе надо будет стыковать. Да. Ну что, теперь, ну, Саш, нужен я там. По нет, Николай, кабелю, не он должен тебя привести. Но как он идет, а тот, кто шел, он в рыжей оплетке. Да, и да, на нем да. Должно быть на конце три разъема. Два из них. Вот два из них, пятый и шестой нас интересует. Они там нитками законтрены или нет? Нет, они их не самое перестыковывали. Так, картинку мы потеряли, Саш, поэтому говори, что делаешь. Пытаюсь дотянуться до разъемов, которые устыкованы в лирках, лежат. Так, у тебя сзади наранит, лёг, фау коричневый. Потому что ты прямо подо мной. Да, да, Павел Владимирович, это фау натянут, я понимаю. Ты просто убираешь его. Да, но да. С другой стороны мне вообще не подойти, там антенна не дает подойти. Может тебе дверь открыть, ребята? Спасибо. Это не очень забуду. Так, вот я нашел, Сергей, нужный нам драгоценный разъем.
прислал, который здесь стоит. А могу я этот стол отсыпать, пока Сергей? Время займет, потому что надо человек попытаться вложить дырку хотя бы с разъем. Я понимаю, если не получится, просто туда под клапан идти за лицом, убирайте и пытайте закрыть клапан. Да. С разъемом закончим, со вторым. Хорошо, Сергей. Второй разъем. Готов просто давать. Потому что у нас есть небольшое ограничение по времени. Я понял. Второй разъем у меня будет. Давай, распаковывай. Пятый. Отстыковываем от пятого. Отстыкован. Принято. Готов подстыковать 5-1, Сергей. Принято, Саш. Стыкуем. Стыкуем, выполняем. Саш, а у тебя это не состыкуется. Надо да ладно, да ладно. Это Павел Ильич знает, что у нас иногда два папа умеют состыковаться. Были такие маневры. Николаевич, как там успехи? Ну, парочку поставил. Теперь пытаюсь обратно идти. А меня почему-то всплываю. Наверное, плохо отбалансировали. Самое противное.
так, а по-другому не ставить нельзя, плюс все равно. Чего, Саша? Да вроде бы правильно сейчас. Сейчас-то правильно, но надо снимать соседнюю вот эту направляющую, сдвигать ее по максимуму влево. Потому что сейчас я, во-первых, затянуть ключом сейчас может получится, может нет. А во-вторых, чтобы затягивать боковой барашек, он упирает там тот лирочный зам, ну, тот, в те направляющие, что стоят. В шестигранник, понятно. Я сначала расслаблю свой, отодвину его в бок и сдвину тот, ту направляющую. Давай с этим делом на сегодня закончим. Ты просто затяни. 3 минуты есть у меня? Да. Хорошо. А я пока тогда отнесу в гермоконтейнер. Добро. Угу. Ну, постараюсь во всяком случае. А, здесь переход только с тобой будет возможен. Здесь антенны и мишени. Ладно, Сергей, я понял. Хорошо, давайте я зафиксирую сейчас его здесь, а тогда в следующий раз уже будем заканчивать. Давай, давай здесь заканчивать, да, пошли лучше. Смотри там за мной. Можешь? Мишени где-то. Мишень справа. Надо вот за якорь держаться руками, тогда мишень над головой останется. А, давай. А, якорь над головой должен быть? Нет, на уровне лица, может быть, чуть-чуть выше. Якорь, ага. Всё. Вот так нормально? Да, отлично. Плохо здесь вижу антенна, хотя она это слушная, но все равно. Давайте уходить уже на ИСО. Да. Так, прохожу я посмотри. Сейчас. Да, вы прошли отлично. Ага. Будет проще, мы с тобой потом спокойно посидим, поговорим. Так, тут все понятно. И придешь в ту же зону и сделаешь это за 2 минуты. Это ты как-то это. Слушай, гермоконтейнер у нас. Так, вот он. Давай. Так, я
Да, где-то здесь.